Значит, привет по-карельски. Карельский этнофорум будет проходить в живописном уголке Тверской области, неподалеку от деревни Козлова Спировского района. Мы познакомим участников форума с карельской деревней и расскажем им о появлении карел в Тверском регионе. Три дня все участники форума будут знакомиться с карельскими песнями, с карельскими играми, с карельским языком и с карельскими ремеслами. А кто мы такие? Мы молодежная организация тверских карел, Тверян Карьела. Мы сохраняем и развиваем культуру тверских карел в Тверском регионе. Мы расскажем участникам форума о нашей культуре, о наших предках. Научим играть в карельские городки кюкке и печь карельские пирожки-калитки и многое другое. Нам необходимы средства для покупки продуктов, а также, чтобы оплатить проезд участников от Твери до Козлова и обратно. Также, чтобы купить расходные материалы для мастер-классов и необходимое оборудование. Помогая нам, вы помогаете сохранить культуру коренного народа Тверской области. Шури-пасима!